Аукционный дом «Кристис» 6 декабря выставляет на торги в Нью-Йорке электрогитару легендарного Боба Дилана. На ней он играл на фестивале в Ньюпорте в 1965 году. По оценкам организаторов аукциона, этот инструмент может уйти с молотка за $500 000. На аукцион также будут выставлены тексты песен Дилана, найденные в чехле от гитары.